Re, viss ēters ir te! Самое жесткое из всех возможных наказаний – письменное предупреждение, которое зачитали устно и публично, да еще с трибуны Сейма. Такого порицания сегодня удостоился депутат парламента Вейкас Пулетис. Отчитали политика за нарушение кодекса этики во время руководства комиссии Сейма по борьбе с коррупцией. Господин Пулетис, ведя комиссию, нарушил процедурные вопросы. Это не информировал отдельных членов комиссии о том, что будет заседание комиссии. Неправильно была введена документация. Было принято решение о том, чтобы господин Спулетис нашел возможность вернуть деньги, которые ему были заплачены. Я так понимаю, что президиум работает над механизмом, потому что вопрос, куда можно перечислить деньги, да, должен быть механизм. В парламент их вернуть нельзя. Зарплата Спулетис из руководства антикоррупционной комиссии по расследованию составила более 4000 евро. Сам Спулетис сегодня в командировке, но ранее вопрос, вернет ли деньги, он комментировал так. Это абсолютно абсурдно, потому что я не понимаю, что от меня хотят.